Всем привет, меня зовут Егор Шип, это программа «В первый раз», и я буду рассказывать про свой первый заработок. Значит, дело было, наверное, год назад. Я тогда еще занимался футболом, и в один прекрасный момент меня по щелчку пальцев переклинило, и я такой, типа, хочу в блогинг. Я сказала об этом своим родителям, и они сказали то, что либо ты продолжаешь играть в футбол, либо мы тебе больше не даем денег, и делай, что хочешь. Я, конечно же, пошел на произвол судьбы, бросил футбол и начал заниматься тем, чем я хочу. Не прогорело, как говорится, делайте то, что вы хотите. Значит, я снимал на YouTube. После YouTube я перешел в TikTok. Там уже началась небольшая монетизация, какие-то рекламные проекты. Тогда я сделал рекламу трека и заработал, наверное, первые 3000 рублей. Я был рад вообще, как не знаю что, и думал, ну все. Сказал родителям, что все, я начал зарабатывать. Они говорят, да нет, это блогинг, типа на нем ты не заработаешь. Я все-таки шел. Дальше снимал каждый день после школы. Я ездил, тогда это был авиапарк. Авиапарк — это вообще первый хайфхаус тиктокеров, на самом деле. Снимал, набирал популярности какой-то, набирал свою аудиторию. Чем больше у меня была аудитория, тем больше был заработок. Вот такой был мой первый раз по заработку, ребят. Верьте в себя, идите к своей цели, несмотря ни на что. Не слушайте абсолютно никого, даже своих родителей, если вы реально в это верите и хотите это делать. Это с вами был Егор Шип, программа «В первый раз». Пока-пока.